Все, я потом заберу статану. 18-300. Что там, хилить будут сегодня, нет? Нет, вообще. Вы убили вонючку. Сейчас получите. Че вы там где? А вы уж активировали две? Вот и. Да, две. Натухло. Мержуйка, вставай. Ой, это ты что? А чё, копи сейчас нормально, там комбо-поинт работает всё, да? Да. А ты разве не на этом играешь, на сервисе? Ты... Не, да я давно не играл. Ага. Ты подойдёшь сегодня, нет? А? Да. Прожму баф, давай парель. Три ШП на рейндж. Хан 4, Портопал 5, Сова 6, Афлик 7. А там Рома Лес или не? Инвокер Мурковоз, выйдите на рейндж. Да не лес его, на ФК лежит. Нажмите просто баф и расходитесь на рейндж. Дайте по лопу. Ауру не забудьте поставить от этого говна. Я поставлю. МК могу. А, нет. МП5 нажмите по нейромансеру. Сейчас в мире большой будет. Собирай большого. Норм стоит, пацаны. Собираешь с большого. Большой мили. В общем, до хера так хотя бы. Да, там РБДшники мне слили сейчас. Забирай пятого, будет взрыв, плевать. Где квадратик ты? Здесь не сведите, пожалуйста, большого. Аккуратно с ренджой друг от друга побегайте. Ну нормально, там пока будет пятый, добьют. Отмена БДК забери на себя последнего большого. На себя забери. Можешь закрон нажать.
ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море с... Ну смотри, вот на гнилом 18 получается. Клифчик. Там... По маленькому только, плюс еще 88 по большому. Ой, на пульс, пожалуйста, на протопала. Протопал хочет первый потанчить. Алдарианки только одному нужны? На пальцах протопало все. Одну в тотем выносить, одну в квадратик. Креветку, останься в мили, креветка. Под левую летит. А уделок я... Вот, измели, пожалуйста. Измели одну вынесите. Масса крона жми и мастер на тьму. Собирайте теперь спорки без сакры, подохните на вздохе. Память еще не потеряйте. Одну в мили занесите. Мили? Что там? Там уже есть, там уже есть. Сангвини, нажми сейчас под взрыв каплю по Матис. Агвоздаты по Апсате. Капли нажмите. А падал какой-то мусор? Я его даже чувствую. Поставь шкаф около ивента. Шкаф.
Если на оф хочешь за 58 ГП. Передай Сангвини этот пояс на танк. Так может ему еще и нарочи нужно за 38 ГП на оф. А может дух ставил бы? Не знаю. Красиво у него. Ну, и, наверное, за наруч ему тоже начисляю. Ему отдам полный комплект. Первый боб нажмешь Сангвини по красному на переходке. Второй боб гвоздатый по команде. Рыба есть? Дожди не пуляю, я релогнусь. Если рыба есть, поставьте, пожалуйста. Фади, накинь СС на нейромансера, демон для баффа накинь, на Джейлис, а Псати по Бойлфайру. Каску помогу. Если никто не ролит, роль. На оф. Больше. А чё там как? Нет. Вот эти куклы. Первых бомжей нажмешь Таатан, на вторую переходку по Пилэнд. По дебафам сейчас играем. По красному боб. Клей старый боб нажмите. Все, клей старый на месте. У красного сейчас реказ будет. Внимательно отойдите от красного. От красного отошли. Дай второй боб. Дай второй боб. На скилле. Пельмени, сейчас смотрите внимательно. Колбу оставляешь и под зеленого. ДД сейчас красного играете, милики по боссу. Красного нужно будет завести в мили-зону. Пельмешки, смотрите. По зеленому сейчас все сыграете, по профу прислопните. По профу прислопните. Зеленого добиваем. Потом проф переводим. Белфар, приготовьтесь, чтобы боб на красного. Подождите, пока не переводите. По дебафам сейчас играем. Боб на красного, если что, приготовьте. По красному боб.
Поджелись быстрее. Не надо, надо все, все. Отошли от красного все. Давай, уже. Не, играйте, играйте. Аматис, дай по Апсате, Нейромансер, дай по Демон для бафа. Киллерстар по Сангвини. Добивайте, пожалуйста, быстрее. Герман. Сейчас поднимут, пацанов, потом Герман нажмете. Нажимайте Геру. Кощук на ману пропай, пожалуйста. И свободный инер, если есть, можно залить по Этернити. Забери протопал, пожалуйста. Там 4 стака. Прожми массакру. Гимны ХП прочитай и дуду камбэк. Shadow Tears гимны ХП. Джелис гимны ХП. Транквилл нажмите, друиды все. Все друиды транквилл нажмите. Да-да, обсёр. Да, и все из-за того, что он не кинул клуб-поп. Все из-за этого. Блин, осталось. Альпич, ты что спишь? Да я завтыкал он бафу. Так а при чем Альпич? При чем тут Альпич? Нет, там Альпич всякий не стал, он там 400 стака было, они тупо не прохилили. Так нет, при чем тут у нас половина рейда легло из-за того, что... Да какие половины рейда? Алло, два человека мертвые всего лишь были на третьей фазе. 4 стака на БДК было, о чем ты? Ну, ГП надо все равно хэпалу дать за то, что не кинул боб. Начнем с того, что типа чел под красным стоял очень близко. Тогда челу под красным 300 ГП. Или хэпалу, или тому челу. Смотри, да тут всем, а мне тоже вайпнул, и тебе. Не за этого, алло, за что МГП раздавать? Мы не за этого вайпнулись, понимаешь? Блин, когда снизу, блядь, так красиво спас рейд, блядь, гим прочитал, попрыгушку кинул, щиток, да? Сука, у кого вайпнул, был боб? Блядь. Только у Хэпала. Хэпал. Причем здесь боб? Какие здесь вопросы, пожалуйста, вообще? Потому что умерли 5-6 человек от этого взрыва. Мы подняли, два мертвых всего лишь лежит. Мы не за этого вайпнулись, понимаешь? Да. А там почему такое АУЕ здоровое пошло, я не понял. Ну, так. Ну стаки на босс. Ну как, какого хуя они по 4 так больно бьют, блядь? Они ж не били никогда столько. Они так всегда. 3 стака. 4 стака. 4 стака не собирали? Ну, да, какой вывод сделаем из этого? У БДК есть микрофон или нет? 4 стака ты видишь на себе, говоришь, что протопол один. Вообще забирал. Он писал, чтобы забрали с него. А, ну, не, это так не работает, надо говорить. Тут никто, блин, а... во время трая. Я извиняюсь, а у второго танка где глаза вообще? Надо спросить. Где глаза? Сама знаешь ответ. Ну да, но... Ты не следил за стаками, что ли? У меня пацанов поднявшихся, которые не бафал. Меня завтыкал за стаки. В следующий раз... Не будем делать. Вы меньше флудите во время трая. По делу говорите. Знаешь, как? Сделайте макросы паладина, пожалуйста. И все. Вон, демон, запили шкаф сейчас у меня. Скорее всего, если тогда не умерли эти человеки, то мы бы добились за счет ДПС. За то, что он не кинул, ну, да, боб. Ставьте рыбку, все-таки пафоги себе помчали, ребят. Вот, и видишь связь уже. Не кинул боб, умерли ДДшники, не добили босса. Да нет, там просто если бы затаунтили вовремя, не было бы такого ауэ по рейду. Ну тут, блин, тут много причин, тут почти до каждого можно из этого доебаться. Можно до кого-то из плестов доебаться. Почему гид не успел? Надо доебаться, что он не стырил стаки. Можно даже и до хэнта доебаться. Не знаю, там до рейтика доебаться. Там до... Ой, да ладно, заходите, давайте быстрее пафаться, ничего страшного. РЛ команду не давала ворвать стаки.
Ну и чё, блядь, у людей как бы свои голова и глаза есть. Так это их уже дело, воровать. Рел не сказал ГП. Там 10 минут надо где-то экономить, на треши, значит, другому покажете. Ай, пищу, кстати. В рассуждении надо доебаться. У меня дома не работает. Проводите быстрее. Под бафом играем, боб на красную. Первый сангвини. Да. Идите от красного рекаст. Убегай, Файди. Сори. Нормально. Если я на скилле прожал, блядь, телепорт. Тащи пуча. Плюс 1000 ИП получается. Киньте ходку на куклу. Красного мили заводите. По профу пристопните чуть-чуть, не бейте профа. По зеленому все сыграйте, не бейте профа. Зеленого сыграйте. Переводите профа. Дебафом сейчас играем. Не надо, корона замедлю. Красного. Беги с красным, Дуду камбэк. Сейчас у красного рекаст будет внимательно. Забегитесь в черепочек. Я вот перезамедлил. Красного пришли. Геру, да? Нету Геры. В смысле нету, дайте Геру. Бэра нету? Забирай Кальпич. Я заберусь так. До конца танч. Покорите.
А по приору или паролу дают эти знаки? В гид-чате есть... Ой, в рейд-чате есть приор. Смотри. Не, ну, я просто спросил. По приору. Не судьба. Что ж, наверное, двадцатку бы вышел, если бы гера была. Да. И, кстати, Пеппер неплохо с котом надамажит. Агрить. На профи. На сутки, конечно, мало. Да, все равно есть такие классы, которые там на том же сурке. Сейчас у сурки, помню, профи сидря там, сколько-то. Это не тот класс. Это не тот класс. Просто он тут лучше сыграл. Кот, например, смотри, допустим, на сурке может не так много дать. А на этом, на личе быть топ-1. Понимаешь? Я там понимаю где-нибудь на исполнении. Ну, я тебе про профа говорю, конечно, чем можно клива. Удобнее, тут нету клива. Одну пачку агрить только. За счет клива может. Не, ну на профе ему удобно, он быстрее всех перемещается. Так же, как и Форик. Много не агрить, клывов нет. У него пассивный плюс 30% бега. Да, понятно. Это мелочи не рассказывают, понятно. Конечно, быстрее. На пульте в пальпич. Просто редко такое вижу и сказал, и все. Есть какой-то дум, который отображает дебафами? Я не знаю почему. Блин, у меня они, короче, багаются. Они тупо не показываются. Надеюсь. А мышки проводить, наверное, не будет? Или ты имеешь в виду таргеты? Таргеты? А, так выставь. Они типа... Не, они типа есть, но потом хуяк там... Оставь только свои дебафы в настройках. Так они и так стоят. А, так это багается. Ты так не отслеживай до Time Event. Так в первом классе отслеживай. Time Event и поставь контроль. Так, смотри, если несколько шипов в рейде, где один, то оно будет постоянно багаться. Так что единственный варик это Time Event. Че, ты бафнул, видишь, палец сама, да? Он типа таргет наводит, и вот там вот в дебафах маленькие иконки, он отслеживает и дебафает. Правильно я тебя понял? Ну да. Вот, ну, так привык просто он. А Tell Me When удобнее будет. Так, по которой диктаторы встречаешь, я не помню, у Джонни, по-моему, на стриме или... Эти бафы поваром сразу гуляют. Сверху, или ну, что? Не сверху, а снизу, короче, там идет вот этот индикатор ХП над каждым таргетом, который у тебя есть. Ну, как стандартный, букву В нажимаешь, и вот типа под этой линией красной он тоже показывает. У меня над этой верхней линией показывает. Могу ну, тебе это дадон. Ну, или верхней. У меня было настроено так. Как он называется, который вот именно над я не знаю, я еще, мне надо смотреть. Купилэн, вон тебе написали, блин. А Матис, подходи быстрее. Сорян, тут. Плейт... Короче, потом скин. Да, поставь Shadow Timer, да и все. Плейт бафс. Ну, Павел, иди. Да, плейт бафс. Браток. Не, сейчас ты попермлёшь, потом я сагрю.
Жми сокру. Почему ты стал целка водить? Можешь ответить? Кинетику играете? Говорил, это фиговый инст. Девайс легко уводить некому. Так Алпич стоял. Здесь это играете? Отходи с ядрами оттуда. Кинетику подбейте, пожалуйста, за рейдом прям падает. Я поставил, потому что никто не хотел. Вот Аскорбин захотел, он повел. Не захотел бы, скорбил, повел бы я. Идите поближе боссов, пожалуйста. Получается двойные стандартные. Не получится, пружинка. Обойди аккуратненько. Альпичи похилите? Сейчас смотрите сразу сверху, пожалуйста, Лунина. Телдорам играете? На платформе, кстати, кинетика падает. Сейчас упадет. Еще одна падает. Я подбил мышцу. Анфеймис, подбей под тобой прямо кинетика. Потому что никто не убьет. Иду камбэк, беги. Иду камбэк, беги. Зачем ты подсказываешь? На платформе падает кинетика. По волнару играете? Милики, убегайте сразу, пожалуйста. Сейчас, потому что вихрь будет. Если есть сакра, прожми сакру. Направо идем. Не бегите на ту сторону, прямо здесь, вот, с этой стороны пойдем. О! Сегодня направо. Санек, тебе нравится, да? Я всегда направо хожу, брат. Все, что не ролит, я автоматом джелли скидаю. Я коры капитан, вызовите бомжей, пожалуйста. Возьмите сверху топ. Вы друзья джелли, да? Почему ты не кидает? Обстати выиграл. Капитан, я коры, вызовите бомжей. Хорошо. Я услышал сейчас. Дайте соленки купил, посадил. Пожалуйста. Отдай одну минуту. Сейчас вернешься, рейд мертвый будет. Дайте бобки лишь старым. Да не, ну, я живу, брат. Я живой. Да, мы друзья с Джеггис. Я ты там вызови еще бомжей? А там вызови еще бомжей? Ты что? А ты был второй на печеньку попила? Хорошо. Антон ничего мне не уступает, вообще ничего. Ваня. Хотел кольцо забрать, хотел. Что ты еще там делаешь? Да ладно, ладно. Бери, бери. Мне кольца-то синдры и следи надо. Мне только багруха надо еще. Шкаф поставьте.
Сегодня упадет бобруха, давно не падала. Купил антрилогишься или что? Да, у меня там не забагались. А, багруха Матис забирает, так что. Пофиг. Поппи Лэнд. Надеюсь, она упадет. Релогаюсь сейчас. Теперь надеюсь, что не упадет. Спасибо, пацаны, вы такие добрые. Кусается Матис, она заслакается с укусом из-за пинга. Получит ГП. Мы пикнем, и она заберет шею. Ради этого пикселя пошел в рей. Не, ну не ради, но... Да, меня там рогу убили во втором окне. Купил он сумонси быстрее. Речь о сумонси. Полбали агрить, блядь, не по времени. А ты что, пот нажимаешь? Нет. Так тогда пофиг вообще. Сбегайтесь быстрее. Киллерстар на Белфайра, Неромансер на Мержуйку. Баф в пороге и по паладину дайте, пожалуйста. Капеллант, выходи. Мелизона правее сдвиньтесь. Мелизона правее сдвиньтесь. Сбегайте с пактом. Чего укус проебали, да? Уже был. На ком? Проебал, оскорбил. У нас был укус. Быстрее разберемся. Ух ты, прием. Бегайте. Шлангом прикидывался? Тут до контакта себя и продиспейлишь мелизону, контрол хил дашь по тень, этим, по теням, короче, фирмер. А продиспейли ты? Может так, без разницы. На взлетке Дуду камбэк на хп прочитаешь, контрол хил прочитаешь на ману, поставишь ТТМ. Под первый пак после взлетки мастер плюс сакра. На тьму. Да, когда ты стоишь. Сакрона пакт отдавай, да? Да, первый пакт. Когда ты нажмешь ты мастера аур. Мастера аур нажмешь ты. Войд. Под первый пакт. Не на взлетку, а под первый пакт. Рунжу берите. Спайте, пожалуйста, эфир. Набирайте рунжу нормально. А Матис после фазы дашь на скребинку БР. Гибные прочитали, тотем поставили, инеры можете залить по хилам по своим. Отмена, давай по файде БР. Пакт плюс мастер 3, 2, 1, нажали. Баф по ханту нажмите. Амбарост. Нажимай, Гера. Там был фару, можно инар организовать. И Джерис тоже. Нейромансер, зайди, пожалуйста, инер. Забегайте с пактом быстрее. Шадо Тирс на ману прочитай. Бегать. Защита страха по себе закиньте, присты, продиспелите, пожалуйста. Убили все, сбегитесь.
Не спалите, блядь, сейчас тут в лужу сдохну. Рэнджу набираете? Цикры нету. Гимн хп прочитайте, Shadow Tears гимн хп. Сангвини, сейчас дашь под... Набрал Белфайр, займи Тёмку быстрее, Белфайр. Освободите Тёмку, Белфайр, нажми мастера ор под Тёмки. Алло, Марат, нажми мастера ор под Тёмки быстрее, личные сейвы прожмите. Гимн хп Shadow Tears. А ты читал? Это я знаю. Да. Все, все, видим. Аскарбин, ты лужу скидывал, притвориться мертвым, да? Нет. Ну что, ты куда-то балку сделался? Какой мы там мастер-ар? Марат лужи стоит и крутит ХПС. Какие мастер-ар? Аскарбине был укус. На мне был укус? Да, так я же просто спрашиваю, куда он делся. Я думал, ты прожал этого шланга, и он снимается, когда притворишься мертвым. Я не знаю, что за хрень это было. А точно? Да, Матис, не продать чара. Да, точно, чара. Точно от тебя. Не продать чара, ну да ладно, поедешь нам еще чуть-чуть. Я не продаю чара. Моим чарам уже по 5 лет. Начните, пожалуйста, Матис. Ой, отхильни. Марат, Найс, играешь? Спасибо за мастер. Ты ему пофиг на твою мастер. Реакция воробушка у тебя просто. Ты хотел сказать мозг? Добегайте быстрее. А это какой по счету ссылка, ребят? Пятый, наверное. На вальке хули пистаски. Чё, два танка тут? Всё, трэш, погнали. А вчера одно целка же было, да? Да. Да, пятая тогда получается. Похилите танк. Нормально кастует, огненный столб. Нажми мастер на лед. Нажал. Верните их, пожалуйста. А чё это такое? Куда полетело? Хорош. Играйте в маленький трэш. Не уже маленький трэш в приоритете. Играйте, пожалуйста. Это близлайк просто. Хилы сюда, помогите. Я за ФК сейчас буду херачить, минус хипать. Всем приветик. Чё вы где? Разбейте. В целом, как, где ж нам ещё быть? После будет что-то? Идите, сука, наверх. А, это долбоёб побежал туда. Не веди, убивайте Вальку здесь. Ну, уже в кучу можно заводить, чё ж теперь. Киньте копья. Вызовите бомжей.
Люблю этот сервер. Норм фиксы. Что-то она как-то часто копии кидает, не? Да это просто никто не бьет. Нажми гимн на хп, контрол хил. Дайте зубы по пальпичу. Звездочка, печенька в приоритете, играйте. А, он все бомжей нажали. И ворота вроде открылись. У кого хилы есть, спекайтесь. Джелис-то не афкашило, подожди, ты чё делаешь? Нормально, херач, херач. Что он делает? Он всё правильно делает. А, это ЕП. Я думаю, нихуя, мы вдвоём потели, там ГП ещё прилетело. Кстати, шкаф. Ты... Плюс 500 ЕП, это за что? Ну, блядь, написано, что в скобочке. Это я покажу, давай всем. Такая плюс? Почему да. Не минус? Ну, потому что они вдвоем хилили, типа, пыхтели. А там, рестор-шаман, где-то, типа, терялись. А-ля карма, короче. Ну, правильно. Я бы еще более прикольно сделал. С тех бы вычел, а этим дал. Как вариант. 100к бы нахилил, хотя бы сотку бы засп... Этернис, ты вообще здесь? Ой, бахните крестик, пожалуйста, по пристал. Для профилактики минус 500 ЕП, да, и будет здесь. Вагонится еще АФПК. Сколько забовцев целка дают? ЕП за одного босса. Плюс-минус 200-250. 20. 180 за босса. В смысле вагонится? Я со своими лагами 700 пинга, нет, больше некоторых дала ДПС на урт. Тут же не надо. Так я вообще про тебя не говорил. А, да? Ну ладно, сори. Я про Этернити говорю. Показалось. Это Эр-шаман, который АФК. Ну, Марат, где обсайте, где там? Ну чё, мы без Марата, блядь, не захилим, что ли? У нас других хулипалов нету. Давай минус ЕП, Скорбин, и всё. И... Так а нету хулипалов других, только Марат. Ну и сейчас без него захилим. Чё страшного, сейчас в два окна зайду, захилю хулипалов. Сейчас зайду, если нужно. Шкаф поставьте, блин, ребят, тут два лока, блядь, шаману засумонить. Ну чё вы сами-то тупите? Нате шкаф. Шаман тут без Марата захилим, чё. Да он ползёт уже. Ну всё, он тут. А так, а чё, Юля одна хилит? Рейд. Крестик, похуй, приспоботать. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зелёного дракона. Пусть останутся лишь кости и прах. Вы должны мне помочь.
Не уменьшайте Вальку. Дайте крест по крестам, Лёха. Кто там дает? Белфайр, а кто еще? Марат, я у тебя сейчас портал красава. Красава, Славик. Переспалите болезнь. За Хипала удобнее ролить или за Хантера тебе? Без разницы. Ну, мне кажется, легче за Хантера. Я не знаю, вчера за Хипала было легче. Ну, ты... Люди были другие. И из-за этого легче. Ну да, там Сойли все захиливал, я ФК стоял. Не, я не прохиливал, я просто про ДПС. Не, ну ДПС вообще параша. Типа я проебываю все, что вижу. Не, просто лично мне для захипана очень сложно быть реально. Надо микромоменты смотреть. Что, захилите сейчас? Сколько у вас там стак? Не захилит. Хотя, может быть. Нажимай Геру, гимн ХП Шадоу Тирс, читай. Захилит. Дуду камбэк гибный ХП прочитай. Я излечилась, Визера. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Ой, это ДС тебе постоянно падает. Один я Альпич, кстати, да. Промахнулся. Альпич, гони ДС-ку. Он с моим перемешался, я не знаю уже, где твой. На танкеру. Чё, мне холли при стену валить? Синдре быть или чё? Или нет? Давай, спекайся. О, оставайся в этом присте. Вот, хороший плащик на СПД. Сука! Мурковоз. Нет, демон для бафа выше. А, демон. Я не видел, что. Сейчас. Это фигня. Он по приору, я не помню, он по приору либо по ролу. По приору же, да? Конечно, он за фул дается. Это да, почти да, что как сыре. Это хороший плащик. Так он не за фул идет. За фул. Блин, при мне Олег отдавал его за 10%, потому что это не... Ну, не знаю, блин. Не, я поэтому и спрашиваю.